Алхимик, скорее всего, сейчас выйдет и заберет руну на топе. То есть на топ идти за руной смысла нет. Погнали. Погнали, на крючок его цепляем. Все, миссия выполнена. Опять же, подтверждается моя теория, что у собачьи... Тут вард стоит, куру. Минус. Не, не стоит вард, иди сюда. Куру забрал, сейчас и тебя заберу. Иди сюда, сюда иди. Ну, конечно, это сейчас подстилит дерево. А, не, вот давай сюда, семечку ему. Красава, мужик. И замедляем, и замедляем. И подстилить надо. Не... Да, я думал, он ударит, сам захочет подстилить. А он мужик. Можно еще вот этого парня найти. Стоять, сука! Стоять, сучара! Не надо колдовать на меня ничего. Не-не, я же до конца пойду. А, так тут вообще собрание. Так-то. Оп, репел пришлось вкачать. Ну, ситуация экстренно важная была. То есть, вообще, конечно, на 7-м левеле обычно хил берется, но если бы я сейчас не вкачал репел, то он мог бы и на ж... И на жопу сесть! А ну сюда иди, сучара! На крючок! Что, инвиз уже вкастовал свой, наверное? О! О! Должник в лесу стоит. На какой точке, правда, я еще не знаю, но... Тут нету. О, должничок. Ну, хильнусь, потому что сейчас же, если я не хильнусь, то его совух убьет. Я эту игру пару раз проходил уже, знаю, как случается в этих ситуациях. Поэтому лучше не жалеть, лучше хильнуться, и все будет так, нормально. Голема нет. Ну, жестрее. Ну, о, братишка. Антиреклама Дэдпула. Дэдпул говно. Жалко 300 рублей, которые на него потратил. Шутки. Говно. Чужак. Отсутствует. Смысл ходить. Прибавь деньги к Рейгасу. Минус 50. Бум-бум-бум-бум-бум. Догоняем. Вперед, плотва. Сюда. Иди отсюда. Своим варлоком. Я догоню дурака и убью его. И сюда. Так, подождите, там поддержка с воздуха. О-о-о. Ладно, давайте, тп-аут. Потому что надо подхилиться на байду. Да, иди. Так, что будешь делать? Ага, дагерок, но я ж тоже непрост. Замедлял. Саша должна сработать разок. Ну и можно и без Саши, особенно меня. Но ничего, я знаю, кто еще помимо меня в этой игре жадный. Это алхимик. Он очень жадный. А жадный жадного гоняет. Поэтому пошли гонять. Сто пудов жадный же. Сейчас побегает. Ну, жадность она такая, я же говорю. Жадный жадного чувствую. Сюда, сучара. Вперед, плотва. Так. О-о-о! Приветики. Едет уже. Сюда. Под жопу молотком. Так, надо сразу хилиться, потому что... А, тут вард стоит вообще. Ну вы же скачи. Сюда иди, алло. Сюда иди на секундочку. И ты тоже. Иди сюда, пожалуйста. Ну как големчики, там все это грязь. Ну, естественно, хилить будем себя. Никаких сларков. Ух, как больно. Ну, надо делать трипл килл. О, жадина, жадина, жадина. Ну, жадность, она, в принципе, такая. Четверых в одной игре. Смотрите. Жадность. Жадность стоит. Привет. Пусть. 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 Ну, это вообще нормально. Ой. О. Так, гори-гори, ясно. Ну, Радианс нормально окупает себя. Спектру вот спалил. О, сейчас встреча будет. С молодыми людьми. Не, вот ты мне не нравишься больше. За счет своих големов. Так, все, все нормально, я неуязвимый. Все, и бежать. Потому что... О, так накручивать это ты правильно решил. Крути, крути. Хорошо, крути. Минус 5, да?
А когда мы успели минус 5 сделать, просто я Луны вообще не видел в драке, и она сдохла, кто убил Луну, можно узнать.